надо же, ну, Учкуду, маленький городок. Выходить на сцену, это какое счастье. У меня была мечта написать такое произведение, такую песню, чтобы Батыр Закиров взял в свой репертуар. А что вы не приемлете? Узбекских артистов поведение на сцене. Да, я очень люблю свой Ташкент. Это я же говорю, непроизвольно выходит. Ох, Ташкент, вон он. Смотрите передачу «Линия жизни» на телеканале «Дунья Бойлап».